Они свободно рассуждают на темы истории, политики и других наук. Сиюминутным подростковым удовольствием они предпочли прилежную учебу и далеко идущие планы на жизнь. Умники и умницы Десногорска, победители и призеры конкурсов и олимпиад в третьей школе Атомграда встретились с сенатором от Смоленской области Сергеем Леоновым. Самое главное, что движет человеком, это к получению новых знаний, это интерес. Соответственно, у кого он есть, тот этим занимается. «Одаренные дети – будущее России». Тема встречи емко отражает один из современных трендов страны. В век цифровизации подмены понятий и ценностей, ценность интеллекта остается незыблемой. Стране нужна интеллектуальная элита, тем более, что все возможности для ее воспитания сейчас есть. Сейчас огромные возможности в стране и заниматься наукой. И то, что вы сказали в начале, что у нас там проблемы с базой научной и так далее, проблемы с базы научной тогда, когда ты хочешь найти оправдание тому, что ты не можешь сделать. Сенатор Сергей Леонов является собой пример энергии, вдохновения и новаторства. 36 годам политик может похвастаться ученой степенью, 140 научными работами, 34 патентами на изобретение. А главным посылом встречи стало то, что интеллектуальное развитие обеспечит уникальную личную конкурентоспособность. Надеюсь, что наша беседа о том, как молодой человек может пройти путь в настоящую науку, она была им полезной, и они последуют моему совету, и когда поступят в высшее учебное заведение, обязательно займутся, по крайней мере, так ориентировочно сначала такой небольшой наукой, будут работать в студенческих научных обществах, и я надеюсь, кто-то из них станет ученым. Олег Соловьев, Юлия Соболева, Александр Ерофеев, Десна ТВ.